Всем привет! Сейчас разберу трехкомнатную квартиру, которая находится в жилом комплексе «Южные кварталы» от застройщика «Брусника», город Екатеринбург. Квартира для семьи из трех человек. Смотрим! Тем более, что этот квартал застраивается, застраивается и застраивается. Поэтому, если вы присматриваетесь к этой локации и к этому застройщику, к южным кварталам, то обязательно смотрите или пересылайте своим знакомым, ставьте лайки и подписывайтесь. Ну, поехали смотреть. Чем знаменита Брусника? Тем, что делает классные мопы, и вообще она первая начала этим делом заниматься. До них, конечно же, подъезды выглядели, ну, мягко говоря, не так красиво. Ну и дворы в том числе. А еще они утверждают, что у них самые крутые планировки. Я, конечно, с этим утверждением сильно не согласен, но маркетинг есть маркетинг. Короче, сейчас смотрим планировку, трешку от застройщика и смотрим мой вариант, что у меня получилось. Обязательно смотрим до конца, потому что я на протяжении всего видео рассказываю много всяких интересных фишек, объясняю, почему нужно делать так, а не иначе. И если вы делаете в другом жилом комплексе двушку, а не трешку, вам все равно пригодятся мои советы. Давайте смотреть. Квартира, трешка, такие называют распашонкой. А я называю пистолетом, да? Похоже на пистолет, да? Такой. Вход в квартиру, маленькая прихожая и напротив небольшой гардероб. Но он есть, и это плюс, действительно, Брусника. Молодцы. Дальше идем и попадаем в какое-то непонятное открытое пространство. Скорее всего, предполагается, что это будет гостиная, из которой далее мы должны попасть на кухню. Кухня здесь гораздо больше, чем гостиная. Видите? В полтора раза точно больше. Ну а далее мы попали в коридор. Одна комната маленькая, вторая комната чуть побольше, но со своей ванной. Типа это, наверное, мастер-спальня. Ну не наверное, а точно. Родителям побольше и свою ванну, точно. Это для них. Ну как мастер-спальня? Это потом мы из нее мастер-спальню сделаем. Пока это не мастер-спальня, это просто похоже на классический панельный советский дом, который делали раньше. Вот одна ванна, вторая ванна. Ну помните, да? Туалет, ванна, комната, комната. Ну какая-то вот такая ерунда. В общем, будем из этой ерунды делать нормальную планировку. Почему я говорю ерунды? А потому что, если вы попробуете расставить здесь мебель, вот здесь, у вас не очень-то это получится. Знаете почему? Потому что, когда расставляем мебель, мы должны учесть реальные размеры мебели, масштаб, а еще красоту, то есть композицию, да, про которую вообще никто не думает. Ну, короче, поехали смотреть. Значит, в моем варианте я предложил вообще убрать гардеробную. Сейчас точно многие напишут: ты что, с ума сошел? Гардеробная — это же классно. Я скажу: да, классно, но тогда не помещаются другие важные классные вещи, например, постирочная. Так вот, за счет гардеробной я отгрыз место под постирочную. Стиральная машина, гладильные доски, уборочный инвентарь, про который вообще никто не думает. Где ведра хранить будете с пылесосами? Где? Вот теперь здесь. А с обратной стороны шкаф под верхнюю одежду. И обязательно нужно оставлять место под какую-то красоту, но удобную. Такую, как консоль, на которую можно положить ключи и поставить букет с цветами для вашей любимой жены. Ну а как? Надо любовь завоевывать, поэтому цветы, ключи, цветы, а и пуфик, да, здесь еще есть пуфик, на который можно сесть, чтобы снять, одеть обувь любимой жене. Берите на заметку. Зачем я это сделал, помимо того, чтобы выгородить место под постирочную? Да затем, чтобы сделать прихожую больше. Сейчас вот здесь, вот в этой, казалось бы, большой просторной квартире, прихожая вот такая. Вот. Все застройщики этим грешат. Все. Ну типа, мы сделаем прихожую поменьше, на нее же никто не смотрит, зато мы сделаем комнаты больше. То есть прихожую меньше, комнаты больше, чтобы было больше жилых квадратных метров. Но когда вы зайдете в такую маленькую прихожую, вы ощутите дискомфорт. Ну потому что вам троим, четверым надо же как-то там раздеться, как-то поместиться. Что вы там вдвоем в подъезде будете ждать? Нет? Нет. Поэтому увеличиваем прихожую. Вот, увеличили. Все.
Дальше попадаем в гостиную. Она маленькая на самом деле. И туда влазит на самом деле только лишь диван и телевизор. Вопрос, как их поставить? Телевизором мы перегородим вот этот вот проем. А нам он важен для того, чтобы воздух здесь ходил. И диван я делаю двухсторонним. То есть он частично в гостиную, частично он выходит в столовую. Почему так сделано? Потому что по-другому. А как по-другому? Ну вот как по-другому сделать здесь расстановку мебели? Я уже и так крутил, и эдак крутил. Ну не получается. С учетом того, что кухня должна находиться именно здесь, вдоль этой стены кухня не помещается, чтобы и кухня, и стол. Понимаете? Поэтому кухня стоит вот таким образом с островом. И причем остров это был запрос, мечта, желание, то есть остров должен быть обязательно. Поэтому есть кухня, есть остров, и кухня заканчивается вот здесь. Дальше не выдвигается, иначе мы вот этот вот проход загородим. Поэтому не надо там писать, что увеличь кухню. Некуда ее увеличивать, понимаете? Можно увеличить ее вот сюда, конечно, загнуть, но тогда вот проход здесь потеряется. А сейчас кухня стоит свободно, воздушно, вокруг нее воздух гуляет. Конечно, можно ее сделать больше, но больше хозяевам она не нужна. Вот такой размер достаточен, вот, потому что много заказывают еды. Далее стол кругленький со стульчиками, здесь красивый комодик или сервантик с красивой, хотел сказать одеждой, с красивой посудой, конечно же посудой, чем же еще, ну или можно винный шкаф. Итак, получается, когда гости приходят, они могут здесь сидеть, ходить вокруг вот этого дивана, смотреть телек, даже со стола, сквозь вот эту вот отверстие, дырку, проем. А все так почему? А потому что вот это вот темные вот эти вот пятна, это несущие колонны или пилоны, которые нельзя сносить. Понимаете? Нельзя. По-хорошему-то их вообще не должно быть. По-другому должны стоять несущие конструкции, чтобы вот это можно было превратить в единую кухню-гостиную. Но брусника решила, что шиш вам, мы поставим вот так. Ходите вокруг пилонов, друзья. Ну, окей, будем ходить. Ну, что делать? Выкручиваемся как можем. Поэтому телевизор, диван двухсторонний. Кстати, очень красиво есть двухсторонние диваны. Стол, кухня, большое общее пространство. Ну, в принципе, класс. Ну, классно же. Вот, что у нас остается? У нас остается приватная зона. Приватная. И, кстати говоря, в этой планировке соблюдено градация интимности помещений. Сначала прихожая, потом общее пространство, а потом уже, так сказать, интимные, то есть личные комнаты. Детская, в которой кровать, шкаф, рабочий стол, стеллаж. Весь набор, который необходим для жизнедеятельности среднестатистического школьника. У него есть ванна. Помните, раньше здесь было две каких-то непонятных кладовки. Ну, одна это санузел, а вторая это типа постирочная. Ну, типа постирочная. Но если мы так сделаем в одной постирочной, а в другой тубзик, а туда даже раковина уже не влазит, вот только туалет, раковина уже все, не влазит, то ребенок умываться и мыться будет бегать в основную ванну, которую мы просто обязаны отдать родителям. Что я и сделал. Теперь у родителей есть своя ванна. Ну, это душевая. Душевая, унитаз, раковина, гардероб. Гардероб. И, конечно же, кровать. И вот это все теперь является мастер-спальней. Друзья, ну запомните уже, проектировщики, застройщики, риэлторы. У родителей с детьми должна быть мастер-спальня. Просто обязана. Поняли? Кровать, гардероб, ванная. Но при таком раскладе у ребенка должна быть своя ванна. И вот она здесь есть. Я ее делаю за счет вот этих двух помещений. Все. Ванна, раковина, унитаз. У ребенка есть где помыться. Обязательно ванна. Детям ванна нужна, они любят купаться. Он же гостевой туалет. Предусмотрена постирочная, места хранения. Большая кухня-гостиная. Можно кучу гостей назвать. В общем, теперь в этой квартире, в жилом комплексе Южные кварталы, который все еще строится, и там все покупают квартиры, и вы можете с этими дурацкими планировками, которые там рисует брусника, говоря, что классные, можете приходить, и мы будем с вами делать действительно классные планировки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! Да пребудет с вами муза и классная, удобная, красивая планировка.